Плыву. Вот задачу вы выполните. Ну, как вот, не то, что там, да, нет, а, ну, вы сами чувствуете, ребята справятся, и вы вместе с ними. Мы верим в нашу команду. Мы верим. То есть мы и работаем над этим для того, чтобы выйти в плей-офф, да. Спорт есть спорт, и поэтому, как говорится, мы не можем сказать, что будет через 26 матчей, сколько их осталось, да. Но на каждый раз, каждый матч мы настраиваем команду на победу, поэтому мы концентрируемся именно на конкретном матче и работаем на конкретную победу. А потом уже мы суммируем, уже после этих 64 игр, будем уже суммировать результат и смотреть, плей-оффами или нет. На данный момент мы играем плей-офф. Да. Радуемся. Пожалуйста, будете проводиться открытые ледовые тренировки, когда можно будет прийти, посмотреть в трибуну непосредственно, непосредственно работу тренера? Ну, знаете, как тренировки не все время открыты. То есть можно прийти, посмотреть, никто не выгоняет? Да, конечно. Я не знаю, выгоняют. Ну, допустим, это двери закрыты, а так на официальном сайте, то есть вот такая акция, можно прийти в такое-то время и понаблюдать вот, непосредственно тренировки. Потому что, допустим, я там не знаю, насколько какая-то... Ну, в принципе, эта идея хорошая, тем более, допустим, далеко ходить не надо. Динамо Минск буквально вот накануне матча с нефтехимиком проводили открытую тренировку, достаточно много людей было. Просто я думаю, это хорошая идея с точки зрения молодежи, это привлечет больше молодежи. То есть именно вопрос именно в информации, чтобы люди знали, когда проходит тренировка, во сколько.